40% всех отходов на Земле – это бумажные изделия. На свалках бумага гниет месяцами, тем самым засоряя окружающую среду. Сбор и переработка макулатуры – хороший способ сократить количество мусора и уменьшить вырубку лесов. Тогда как отходы превратить в доходы? Ответ на этот вопрос знают ребята из городского школьного лесничества «Дубравушка». Накануне школьники провели экологическую акцию по сбору макулатур. Предварительно за 2 недели мы расклеили на подъездах домов листовки с призывом принять участие в нашей акции. Сегодня вот мы подводим итоги и смотрим, что жители откликнулись на нашу просьбу. Обойдя сотни квартир и домов, улицы Амурской и проспекта Гая, ребята убедили многих горожан в необходимости раздельного сбора мусора. Наша планета очень сильно стоит под ударом угрозы, то, что загрязняется она. Вот. И надо как-то ее очищать. От каждого человека есть хоть какая-то польза, и хоть немного поможем планете. Только вдумайтесь, около 100 килограммов использованной бумаги может спасти одно дерево. А сколько этих килограммов ежедневно выкидывается на свалке? Собранное же вторсырье далее поступает на заводы по производству гофрокартона, упаковок и другой продукции. Кстати, вырученные деньги ребята потратят на установку контейнера для сбора пластика. Подобные контейнеры для раздельного сбора мусора уже установлены в нескольких дворах города и пользуются огромной популярностью у жителей. В том году вот эти же контейнеры собирался там раз в 2 недели. Сейчас он чуть ли не каждую неделю собирается. На том же месте те же люди, но кидают уже, приносят эту пластику, выкидывают в 2 раза больше, чем в мусорку. Чтобы установить подобный контейнер у себя в микрорайоне, необходимо обратиться в районную администрацию. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.